заказу Министерства просвещения РСФСР. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918-1920 годы. Учебный диафильм по истории СССР для 10 класса. В двух частях. Производство студии «Диафильм» 1957 год. Часть вторая. К июлю 1919 года империалисты Антанты подготовили новый поход. В походе принимали участие 14 империалистических государств. Поход был комбинированным. Армии Деникина, Юденича и белополяков должны были действовать совместно. Центр тяжести похода лежал на юге, то есть в районе действий Деникина. Антанта посылала Деникину самолеты и танки, пушки и пулеметы, винтовки и боеприпасы, обмундирование и продовольствие. На фото. Английские танки на Деникинском фронте. Коммунистическая партия призвала трудящихся на борьбу с новой опасностью. На изображении. Все на борьбу с Деникиным. Письмо ЦК РКПБ партийным организациям, написанное Лениным. Призыв Центрального комитета партии встретил единодушную поддержку у всех советских людей. На изображении. Красноармейский митинг на Южном фронте. Июль 1919 года. По плану Центрального комитета партии Красная армия перешла в наступление из района Воронежа через Харьков, Донбасс на Ростов. Это позволяло рассечь армию Деникина надвое, овладеть Донецким Углем и вести наступление в районах, где население поддерживало советскую власть. На Южный фронт были направлены многие руководящие партийные и советские работники. Уходили на гражданскую войну комсомольцы. Иногда на дверях райкома комсомола можно было увидеть и такое объявление. На фото. Райком закрыт. Все ушли на фронт. Во второй половине октября 1919 года Деникину было нанесено решающее поражение в боях под Орлом и Воронежем. На картине. Наступление 14-й армии во главе с Орджоникидзе на город Крома. Отличившийся при освобождении Воронежа конный корпус Буденного был развернут в первую конную армию. Почти весь комсостав ее был из рабочих и крестьян. На фото. Реввоенсовет первой конной армии. Ворошилов, Буденный, Щеденко. Чтобы скорее покончить с голодом и разрухой в стране, нужна была быстрая победа над Деникиным. Коммунистическая партия призвала народ усилить борьбу с контрреволюцией. Плакат 1919 года. 9 января 1920 года первая конная армия, неутомимо преследуя белых, с боем заняла Ростов-на-Дону. На картине. Взятие Ростова. 27 марта 1920 года пал последний оплот белых Новороссийск. И этот поход Антанты был отбит с таким же успехом, как и предыдущий. На фото. Паническое бегство деникинцев из Новороссийска. Осенью 1919 года Юденич, поддержанный английскими империалистами, организовал новое наступление на Петроград. По призыву партии пролетариат Петрограда превратил город в неприступную крепость. На фото. Укрепление в Петрограде. Советские войска одержали победу и на Северном фронте. 21 февраля они освободили Архангельск, 13 марта – Мурманск. Империалисты Антанты были вынуждены прекратить блокаду Советской Республики. На фото. Бегство буржуазии из Архангельска. После разгрома Колчака и Деникина Советская Республика получила кратковременную мирную передышку. Некоторые части Красной Армии были превращены в трудовые армии и использованы на хозяйственном строительстве. На фото. Трудармейцы на Сенокосе. 21 октября 1919 года Красная Армия при поддержке Балтийского флота перешла в контрнаступление.
армия Юденича была полностью разгромлена и перестала существовать. На фото. Демонстрация в Петрограде по случаю разгрома Юденича. Одновременно с разгромом Деникина и Юденича Красная армия покончила с остатками войск Колчака в Сибири. В начале января 1920 года был освобожден Иркутск. На фото. Части Красной армии вступают в Иркутск. В декабре 1919 года советское правительство 11 раз предложило странам Антанты начать переговоры о мире. Но империалисты отвергли предложение Советской Республики, они готовили против нее новый поход. На этот раз главную роль должны были сыграть Белопанская Польша и царский генерал Врангель, собравший в Крыму остатки деникинских войск. Франция, Англия и США поддерживали их оружием, снаряжением, деньгами и военными инструкторами. Использовав временное преимущество в силах, белополяки вторглись в украинские земли и вскоре захватили почти все правобережье Украины. На карте. Советская Республика во время последнего похода Антанты. Коммунистическая партия вновь подняла рабочих и крестьян нашей страны на защиту социалистического отечества. Плакат 1920 года. Выступление Ленина на проводах частей Красной армии, отправляющихся на борьбу с белополяками. Проводы комсомольцев. Петроград, 1920 год. Самоотверженным трудом советский тыл поддерживал героическую борьбу Красной армии. Плакат 1920 года. На польский фронт перебрасывались новые части Красной армии. Первая конная армия совершила героический переход из Ростова в район Умани. В день окончания перехода, 25 мая 1920 года, председатель ВЦИК Калинин вручил заслуженным полкам красные знамена, отличившимся бойцам и командирам ордена Красного Знамени. На фото. Калинин выступает на митинге первой конной армии. По приказу командования первая конная армия перешла в наступление и, прорвав 5 июня 1920 года фронт, заняла в тылу польских войск города Бердичев и Житомир. Это был переломный момент в войне с белополяками. На картине. Прорыв польского фронта первой конной армии. Отступая под ударами Красной армии и партизан, враг разрушал советские города и села. На фото. Киев. Остатки моста, взорванного белополяками. Даже в дни самых напряженных боев в частях Красной армии не прекращалась политическая работа. На фото. Читка газет на привале. Большую помощь советской стране в ее борьбе с империалистами оказывал зарубежный пролетариат, активно выступавший против интервенции под лозунгом «Руки прочь от советской России». Плакат 1920 года. Белопольские войска под ударами Красной армии панически отступали. Вооружение, поставлявшееся им странами Антанты, попадало в руки советских бойцов. На фото. Английские танки, захваченные красноармейцами. Напуганные успехами советских войск, английские империалисты ультимативно предложили советскому правительству прекратить наступление на Польшу. Плакат 1920 года. Но провокация не имела успеха. На ультиматум советский народ ответил мощным движением протеста. Советское правительство отклонило ультиматум. На фото. Демонстрация протеста. Воспользовавшись тем, что в ходе наступления на Варшаву передовые части Красной армии обессилели в непрерывных боях и оторвались от резервов, польское командование, собрав превосходящие силы и получив подкрепление от Антанты, перешло в наступление. Но когда на Западный фронт стали подтягиваться свежие части Красной армии, Белопанская Польша, не имея больше возможностей к сопротивлению, запросила мира. 20 октября 1920 года с Польшей было подписано перемирие,
а в марте 1921 года – мирный договор. Разгром белополяков позволил начать наступательные операции против войск Врангеля, которые, выйдя из Крыма, заняли Северную Таврию и угрожали тылам Красной Армии. Плакат 1920 года. Командовал Южным фронтом Фрунзе. Для операции против Врангеля на Южный фронт была переброшена 1-я конная армия. На фото. Буденный, Фрунзе и Ворошилов за картой боевых действий. Изгнав врага из Северной Таврии, Красная армия предприняла штурм Перекопа, считавшегося неприступной крепостью. На картине. Штурм Перекопа. Одновременно с лобовым ударом части Красной армии под огнем противника форсировали вброд морской залив Сиваш и вышли в тыл перекопским укреплениям. На картине. Переправа через Сиваш 8 ноября 1920 года. В результате ожесточенных атак в ночь с 8 на 9 ноября Перекоп был взят. Прорвавшись в тыл, Красная армия разгромила остатки белогвардейских войск и освободила от них Крымский полуостров. На рисунке. Нападение на обоз Врангеля. Враг бежал, бросив присланное ему империалистами вооружение. Крым стал советским. В борьбе против интервентов и контрреволюции сложился и окреп военно-политический союз русского народа с другими народами России, сражавшимися против общего врага. Этот добровольный союз национальностей явился одной из причин победы рабочего класса и трудового крестьянства на фронтах гражданской войны. В конце 1919-го, в начале 1920-х годов от интервентов и белогвардейцев была освобождена Средняя Азия. В результате тяжелой и длительной борьбы банды басмачей, поддерживаемые из-за рубежа, были полностью уничтожены. На картине. Разгром басмачей. Наступление Красной Армии вызвало подъем революционной борьбы в Азербайджане. Под руководством коммунистической партийной организации в Баку 28 апреля 1920 года вспыхнуло восстание. С помощью частей 11-й Красной Армии город был освобожден. На изображении. Вступление Красной Армии в Баку. Руководители 11-й Красной Армии Киров и Орджоникидзе в Баку. Апрель 1920 года. В Армении поднялось революционное восстание против власти буржуазных националистов – дашнаков. На помощь трудящимся Армении пришли части Красной Армии. 29 ноября в Армении победила советская власть. На фото. Вступление Красной Армии в Иревань. В феврале 1921 года в результате восстания грузинских рабочих и крестьян, поддержанного частями Красной Армии, в Грузии была установлена советская власть. На фото. Вступление Красной Армии в Тифлис. Но на Дальнем Востоке еще оставались войска интервентов и белогвардейские банды. Дальневосточные рабочие и крестьяне ненавидели оккупантов. Повсюду возникали партизанские отряды. На картине. Штаб партизан в тайге. В январе 1920 года дальневосточные партизаны и восставшие рабочие Владивостока освободили город от интервентов. На фото. Руководитель дальневосточных партизан Сергей Лозо выступает на митинге в освобожденном Владивостоке. Во избежание открытого столкновения с Японией в апреле 1920 года по решению советского правительства на Дальнем Востоке было создано буферное государство Дальневосточная Республика, ДВР, но японские империалисты продолжали интервенцию. Они напали на Владивосток, предательски захватили членов военного совета Приморья и сожгли в паровозной топке Лазо. Зверства интервентов и белогвардейцев вызвали всенародное возмущение. Росло число партизанских отрядов. На фото. Группа партизан села зимовья с самодельной пушкой.
Вместе с партизанами в наступление перешли части Народно-революционной армии ДВР. В феврале 1922 года в районе станции Волочаевка были разгромлены главные силы контрреволюции на Дальнем Востоке. На картине «Волочаевский бой». Продолжая наступление, Народно-революционная армия очистила от белых Приморье. На фото. Бегство интервентов с Дальнего Востока. 25 октября 1922 года революционные войска освободили Владивосток. Попытки интервентов и белогвардейцев уничтожить советскую власть закончились полным провалом. Под руководством коммунистической партии во главе с Лениным рабочие и крестьяне отстояли завоевание октября и создали условия для строительства социализма. Победе советского народа помогли и трудящиеся капиталистических стран, выступавшие в поддержку Советской Республики. Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, советскую власть, власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. Ленин. Конец диафильма. Составил. Беленький. Консультант. Кандидат исторических наук. Кузьмин. Редактор. Семибратова. Оформил. Дрижеру. Студия «Диафильм», 1957 год. Озвучено платным голосовым движком «Петр» для канала «Маркс был прав».